матч Кубка Мала Черноземья по футболу среди команд третьего дивизиона между командами «Факел М», «Город Воронеж» и «Атом Новый Воронеж». Прослушайте, пожалуйста, составы играющих сегодня команд. Команда «Атом Новый Воронеж», футболки синие. Номер 88, Алексей Сиротин, капитан команды. Номер 33, Андрей Силкин. Номер 19, Алексей Воловик. Номер 4, Роман Горбунов. Номер 36, Денис Якунин. Номер 13, Антон Мамонтов. Номер 17, Дмитрий Сапельников. Номер 3, Виктор Яковлев. Номер 23, Иван Барсяков. Номер 24, Егор Богов. Номер 28, Антон Лужков. Запасные игроки. Номер 1, Алексей Мокшин. Номер 7, Николай Попов. Номер 11, Александр Чесноков. Номер 18, Вадим Соколов. Номер 9, Владимир Нахеев. Номер 26, Ян Ильченко. Главный тренер команды Владимир Зинич. Генеральный директор Олег Куразин. Команда «Факел М», город Воронеж, футболки белые. Номер 1, Никита Мадыкин. Номер 8, Дмитрий Симонов. Номер 44, Дмитрий Бунулакин. Номер 25, Матвей Зимовец. Номер 19, Роман Базюков. Номер 18, Александр Дудов. Номер 27, Даниил Грин. Номер 11, Алексей Турик. Номер 77, Вагинар Мавсисян. Номер 10, Артур Арастумян. Номер 7, Сергей Колбаков, капитан команды. Запасные игроки. Александр Востриков, номер 23. Дмитрий Ашехин, номер 52. Вадим Войнов, номер 5. Кирилл Ананевский, номер 14. Владислав Турокин, номер 4. Максим Сотников, номер 17. Кирилл Колесников, номер 36. Главный тренер команды Александр Щелкович. Старший тренер Сергей Соболев. Матч судит судейская бригада в составе. Главный судья Денис Мезенцев, город Воронеж. Им помогают Антон Древин и Роман Селезнев, оба город Воронеж. Резервный арбитр Алексей Быханов, Большая Приваловка. Инспектор матча Сергей Сухомлинов, город Липецк. Давай!
Thank you.
Oh!
Субтитры сделал DimaTorzok.
Давай, напрягай, напрягай его, блядь! Все,
Давай, давай, давай.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.
Yeah.
Ну да, блядь. Это интересно.